Ну что, друзья, всех приветствую, с вами я, Пандос FX, в гостях сегодня у меня Джеффри Брайтович. В общем-то, боже. Сейчас фифе затишье такое перед тотсиками, но контент мы сегодня будем генерировать из того, что есть. У нас есть сборка на кумира, сборка на героя, пик компании и, собственно, есть два аккаунта. Начнем с моего... донатного. Начнем с донатного аккаунта и плавно перейдем к бездонатному. Тут Викинг-лига уже отыграна на 16 побед. Сейчас откроем пики и посмотрим, что... мы сможем поймать. Вау. Ты раз видел в составе красные карты? Ни одну. Я тоже. А, ну Мбаппе может быть периодически. Ну, вот эти три пика вскрываем чисто для того, чтобы рейтинг налутать, потому что промо-карточек вообще никаких нет. О, вау. Вот это мы сорвали джекпот. Вкуснота. Все 84. Ну, берем окей. Уголька. Так, короче, сейчас все это будем закидывать в различные сборочки. Так, в общем-то, собрали премиум улучшения Food Champions. Вау. Понятия не имею, что есть можно поймать из играбельного. Кажется, ничего. Открываем, смотрим. Вау! Грифо, фримпонг. Ну, собственно, ничего другого я не ожидал. Ну и хотелось бы в очередной раз поблагодарить моих хороших спонсоров из компании Пари за то, что они поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти широкую линию спортивных дисциплин. У них также есть суперудобное мобильное приложение. А если вы еще пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус. Это фрибет в размере 1000 рублей. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Так, собрали ему пик компании. Да, только что мне Джефф по секрету шепнул, что мы также к нему на канал записали все меню Black Star, сидели тут, обжирались бургерами. Вот, переходите к Джеффу, ссылочка в описании, и посмотрите на это невероятное зрелище. Так, один дубликат имеется, это, ну не, бля, карта разъеб, кстати. Ну еще, он обычный-то, блядь, заеб. Да, 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 тут этот, так, еще три, какие тут? Так, справа. Маркини. Маркини. Нихуя. Охуеть. Опять он... центральный защитник, сука. Пиздец. Ты знаешь, да, этот момент, что у меня центральных защитников просто миллион, блядь. Тебе надо ролик записать, фулл сквад из центральных защитников. Я. 400 тысяч. Ну, в любом случае, это вин уже. Да. Хотя вряд ли я его залинкую, но хуй его знает. Дальше. Ангелина и... Тримел. Ну, тут, естественно, беру... Маркиниш. Бля, ну пик неплохой, на самом деле. Да, типа, очень. Нунес, Маркиниш. Ебать, блядь, у тебя тут народу. Просто, блядь, посмотрите на это, блядь. У меня 11 топовых центральных защитников, посмотри. Ну, тут по факту любой, блядь, в чей-нибудь там основной склад залетел. Да. У тебя даже, блядь, это хер с красный план. Так, что дальше по контенту? Сейчас соберем героя, наверное, да? Давай. Знаешь, как я понял, что Влада давно нет на хате? Как? Чтобы взять чистую вилку. Так, ну что, собрали ему пик на героя. FIFA World Cup или Fantasy. Первая карточка. Неплохо. Охуеть. Ох, это что-то интересно. Что, блядь, 94 удар. Вёля. Ну, такое. Типа 3 на финтах. Типа в начале FIFA я бы тут, наверное, описался отчасти. Так, вторая карта. Ой, ебать, ну это говнище. Попин. И третья карта. Ой, у нас говно. Ой, блядь. Может, я эту... Да, я эту Рэя с дефом 49. А, там деф 49 был. Ну ладно, короче, я в коллекцию возьму Веллера. Играть я им, конечно, вряд ли буду. Но... дальше у нас можно собрать два кумира. Я еще сохранял. Сейчас будет, блядь, двойное открытие кумира. Так, первая сборочка на кумира готова. Че, сразу два соберем? Давай или сразу как? Два. Мучимся, а потом кайфанем. Надеюсь. Да, кайфанем. Я тоже очень надеюсь, что мы кайфанем, блять, а не говна сейчас залутаем. Так, отправляем еще троих кумиров. Надеюсь, никто из них мне не выпадет. Так, все, друзья, мы сделали две сборки на кумиров. Че, по статкам или искать? Давай по статкам. Так, ну что, давай, первое, я тебе доверяю. Как минимум Рональдо там сейчас зубастый. Давай. Так, физуха 85. Прыжки 93. Что-то какой-то прыгучий, могучий. Ебать! 95. Это либо стена. Это знаешь кто? Кто? Это Гулит. Да, с дриблингом 68. Блять, это защитник, сука. Сука, опять сука. Мальдини. Коновары, ебаный. Вот это говно. Опять центральный защитник. Я манал просто, блядь. Бля. Мало того, что центральный защитник, так еще и хуёвый центральный защитник. Я не окупил даже паку. Ты что, второй каново? Физуха, 83. Ни о чем не говорит. Ебать! 96? Это прям вообще пиздец какой-то, не? Блять, это либо Мальдини... Бля, опять центральный защитник. Да вы рофлите, блять. Мальдини Прайм!
Хорош! Блять, я не понимаю, это что такое, нахуй? Почему опять центральный защитник? Блять, ну это рофл уже выходит за какие-то рамки разумного. Ну это ненормально, согласись. 100%. Два кумира, два ЦЗ, два итальянца. Теперь у тебя есть плашка, поймал. Не, ну это круто, лям 200, но... Бля, ну вроде и прикольно, а вроде и... Блядь. Нахуй ты нужен? Это то, о чем я тебе говорил. Ну, здорово, блядь. Привет. Блядь. Чё мне с этим всем делать, блядь? Бля, у тебя два защиты, 94 рейтингом. Блядь, чё Милитава 94. Да пиздец. Ну, Милитава в теории на ПЗ можно еще поставить. Ну да, да. Переходим к бездонатному аккаунту. Погнали. Надеюсь, там будут нападающие. Так, я напомню, как выглядит мой бездонатный аккаунт. Диабит утапнулся. Так, ну чё, какую позицию здесь улучшить, блядь? ЦЗ? Нападающего? За Раша я наигрался, можно мне кого-нибудь в атаку? Так, ну что, начинаем контент с пика компании. Какой-то дубликат имеется. Чё слева? Миллер. Миллер. Пошёл нахуй ты, Миллер. Вернер. Вернер. Ну... So-so, как суперсапчик может быть. Так, Мюллер у меня приобретен, и последняя карта. О, слушай, статы прикольные, да? 91 скорость, 90 удар. Это... Распадори. Распадор. Да, такой вот пик. Что здесь брать? Даже не знаю, сколько стоит Вернер. Так, дальше что у нас по плану? Герой. Кверху дырой. Да. О-о-о. Блять, что это? Слушай, это может быть Лусио. Это Лусио, мне кажется, есть подозрение такое. Блять. Если это Лусио, это охуеть. Это разъеб. А, блядь. Маркиз ебучий. Маркиз, сука. Ну, кстати, 400 тысяч стоит, не так уж и плохо для бездонатного аккаунта. Едем дальше. Ну, тут сразу понятно, что это стена. Крауч. Но два фэнтези, заметьте. И последняя карта, это Попин, наверное. Да. Да. Бля, слушай, три фэнтези выпал. Пик красиво выглядит. Выглядит красиво, но... Выглядит красиво, но, блядь, опять центрального защитника берем. Ну, из этих троих самый грабельный, это Маркиз. Ну, да, да. Нихуя ты тут наотдавал. Да, что-то я смотрю сейчас, стоит ли это того. Много красивых цветных типов. Управляю всю эту веселую компашку. Собрали мы кумира на бездонатном аккаунте. На донатном 2 ЦЗшника. Это была стена. На бездонатном. Сейчас мы узнаем. Так... Физуха 90, мне это уже не нравится, блядь. Да сейчас, бля, еще опять ЦЗшник какой-нибудь. Только не защита 90 плюс. 90. Бля, Prime Gold у него все 90. Да, блядь. А, да сори, сука. Да это рофл, блядь. Да вы что рофлите нахуй, блядь, 3 ЦЗшника подряд. Да идите нахуй. Кто на меня проклятие наложил, блядь? Бля, ну это не смешно уже. Какого хуя, блядь, мне эти ЦЗшники падают, блядь. Я не знаю, как это комментировать, блядь. Чё это такое, блядь? Бля, будет 4 из 4. Бля, я уже не знаю, бля. Куда мне нахуй? К гадалке сходить? Попросить порчу с меня снять? Ну это ненормально. Ну ладно, в контексте бездонатного аккаунта, может быть, его еще как-то можно заиграть. Пойдем соберем еще одну сборку. Пойдем. Еще одного центрального защитника, может, поймаем. Мне уже хочется на это посмотреть. Не, я, конечно, желаю тебе самого пиздатого нападающего. Но поржу еще. Но я усусь, если тебя ЦЗшник выводит, блядь. Блять, Марио Гомеса немножко жаль, конечно. Играл 38 матч, 39 голов, нихуя он у тебя результативный. Да, Викинг-лигу с ним отыграл. Вернер. Блять. Не успел прийти, сразу же ушел. Так, ну чё, собрали еще одну сборочку. Я уж не знаю, что говорить, какие молитвы читать. Так, бутишки, хуй пойми. Беленький, как будто бы не ЦЗшник. Фуф, это не ЦЗшник. Это не ЦЗ, да. 81 физуха, он не прыгучий. Выносливый, ЦПшник какой-нибудь. Блять, лам может быть какой-нибудь. Бля. Пожалуйста, нет. Так, ну, слушай, пока не... Баланс 85. Пока непонятно. Здоровый, как будто бы. Пока непонятно. Передача. Бля, удары. Ёб твою мать, это ЦОП какой-нибудь. Это какое-то говно. Пяти? Занетти. Ну, опять защитник, блядь. Не центральный, но крайний защитник, блядь. Ну, защитник, да, базар и зира. Ну, и на ЦП, кстати, перестроить можно. Ну, блядь, ну, объективно менять его на
Зидана, либо Бруно Гимарайшу нет смысла. Ладно, друзья, спасибо всем за просмотр. Переходите на канал Джеффа. Опять же, мы к нему записали ролик на канал. Пишите в комментариях, что вам падает. Может быть, среди вас есть такие же счастливые обладатели ЦЗшников. Мне кажется, там никому ЦЗшников. Напишите, что я не один такой, блядь. Не, мне кажется, ты всех ЦЗшников поймал просто. Да, и никто их уже не ловит. Да. Все, всем спасибо за просмотр, друзья. Всех люблю, целую, обнимаю. Чао, какао. Пиздец, блядь, у меня нет слов, нахуй.